Всем привет, это канал Амрин Абдулла, и сегодня я получил посылку от компании Sticker Hunt. Вот такую большую. Вот что вы думаете, что там находится? О, они сказали, что наклейки. Sticker Hunt, наклейки. Представляете, сколько наклеек мне прислала компания Sticker Hunt? Вот ей большое спасибо от канала Амрин Абдулла. И есть еще, конечно, у меня сюрпризик для моих подписчиков. Компания Sticker Hunt и лично Тульский Сергей Александрович мне написали в письме, что будет промокод с ником Миллион Абдулла. И эти наклейки можно будет купить со скидкой в магазинах. Ох, сколько много. В магазинах можно будет купить со скидкой. Вау, слушайте, супер, тут их вообще полным-полно. Значит, со скидкой. Вы приходите в магазин, говорите, Миллион Абдулла, то есть дайте мне стикер наклейки, у меня есть промокод, и говорите, Миллион Абдулла, и вам скидку делают. Я только не знаю, сколько процентов. Слушайте, сколько... Ой, ёлы-палы, они прислали мне все, что у них есть. Вообще офигеть. Слушайте, тут даже больше, чем я ожидал. Вот это да. Вот что значит, понравились мои ролики-то, а? Где я эти наклейки-то показал, да, сфотографировал как следует. Слушайте, они завернули так все. Ой-ой-ой. Пакет-то хороший. Пленка, пригодится еще мне. Вот это да. Я сказал в ответном письме, что у меня 4 ружья на разные калибры. И мне прислали комплект полный, причем сказали, полный комплект на 12 калибр. О. Тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 7,5. 35 рулончиков наклеек на 12 калибр. И сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ух ты, восемь. 7,4, 28. Значит, 30 рулончиков на 20 калибр. Кстати, 20 калибр подходит как на 20, так и на 28. Соответственно, 12 калибр подходит и на 12, и на 16. Не забудьте, что промо-акция, это вещь хорошая. Всегда приятно получить скидку, пусть даже небольшую. Людям, которые честно зарабатывают деньги, скидки очень даже пригодятся. Ну, кто деньги как кому подарили, или там много, тем, конечно, скидки не надо. Но все равно, если скажут Миллион Абдулла, и даже им тоже дадут, если они даже много денег. А, кстати, у кого много денег, тот не стесняется скидки просить. Никогда. Сколько я не знаю людей. Богатый, небогатый, скидки любят. Я, например, никогда не стесняюсь скидки просить. Ух ты, я все это открою. Это же надо было мне коробочку специально. У меня есть коробка. Так, итак, смотрим. Ой, сколько тут наклеек. Это же полный ассортимент. Я не думал, что столько много. Я думал, только номера. А тут и номера, и картинки. Картинки-то какие? Ух ты, а это что такое? Это бутылка нарисована. О, прикиньте, есть наклейки, а там на ней бутылка нарисована. То есть по бутылкам, чтобы пулять. О как. Как раз для меня такие наклейки самое то. Это с зайчиком, что ли? А с какой-то Stick Hunt. 20 калибр. Какой-то то ли глухарь, то ли что. Так, тут. Вот я фотографии сделаю подробно, будет видно. Так, сейчас я еще покажу кое-что. Дело в том, что помимо того, что есть наклейки в рулончиках, вот в таких, там сколько штук-то? 350 штук. О, то есть в одном рулоне 350 штук. Если у вас команда охотников, покупайте, и если немного патронов тратить, то надолго хватит. Вот что я хочу показать. Сейчас я покажу. Ух ты, как запаковали-то хорошо. Ну да, вот как запаковали. Дается, конечно, хорошо, но тут много слоев. Итак, тут есть вот такие вот. Это, судя по всему, просто рекламный постер. Ага, да, это рекламный. Просто то, что здесь есть вообще, вот. Весь ассортимент. А вот эта штука интересная. Здесь, ух ты, еще и скидочную какую-то карту дали. Магнит, скидочная карта для получения скидки. Введите промокод, указанный на карте при следующем оформлении заказа. О, промокод. Промокод указанный.
Скидка 5%. Вот, промокод, тут номер стоит. О, и даже можно наклейку приклеить. У того, у кого небольшая потребность в наклейках, да, или же он хочет просто попробовать, продается вот такая штука. Вот здесь. Здесь все наклейки, 325 штук, по несколько штук каждого номера. По несколько штук буквально, чтобы попробовать. Она стоит тоже сколько-то, я даже не знаю, сколько она стоит, но тоже продается. Или можно брать рулонами, номера, которые известно, будут много уходить. Или вот такую штучку, где понемножку совсем... На охоту иногда мало уходит патронов. И вполне разумно вот такую штуку взять. Взял, и все, и у тебя есть. Вот так. Ух ты, елки-палки, обалдеть. Столько наклеек. Не ожидал. Не ожидал. Реально. Я думал, Д, динамит, что ли? Буква Д. Динамит. Елы-палки. Нет, не динамит, это, наверное, что-то другое. По дятлам? Нет, дятлы тоже нет. Что-то другое, буква Д. А тут еще вот такая есть, смотрите-ка, наклейка. М. М. Майера, пуля, может быть. Пуля Майера. Ага, а вот это вот, это вообще непонятно, просто кружочек пустой. Просто пустой кружочек. Вот это мне непонятно. Ну, надо будет почитать, для чего это надо. Тут картинки со зверями, со всякими. Но, честно говоря, мне номера как-то вот более привычно. Ну, картинки тоже хорошо. Картинки тоже хорошо. Вот сколько. И номера. Начиная от... А, вот тут еще, смотрите-ка, есть... Еще есть П. Буква П. Это точно пуля. Или пуля Полева можно... М, пуля Майера, но это надо почитать тоже. К. Вот К это картечь. Стопудово. К. Картечь. То есть если картечь. И номера 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. То есть до 9. А нет, это еще вот 11 номер есть. Значит, еще и 10 где-то должен быть. Ух ты. 10 где-то должен быть. Может быть, 10. Не заметил я. Ну, где-то есть, наверное, да. Но вот с бутылками есть, это круто. А, наверное, 20-й калибр. 20-й калибр. Нет, ну. А, это П, пуля. Тут пуля. Тут картечь. Я уже запутался. В общем, очень много наклеек мне надарили. Спасибо большое стикерханту. Так, ну что, давайте наклеим что-нибудь. Давайте. Букву П 12-го калибра. 12-й калибр здесь. Буква П. Где тут буква П? Буква П, вот. Буква П, К, Д. Буква П. Пуля Майера у меня. М желтая. Я не знаю, даже, какую лучше-то взять. Майера желтая, что ли? Пуля Майера. Ага. Ладно. Аж глаза разбежались. Я даже не знаю, что делать. Вот П, вот П, вот 20-й калибр, сейчас я открою на это самое, букву П. 20-й калибр, в любом случае, в первую очередь надо наклеить, потому что, как бы он, на 20-го калибра вот, этой, вот этого блокнота, судя по всему, нету. Здесь, скорее всего, блокнот только на 12-й калибр, а на 20-й нету. Вот. Сейчас посмотрим, я уже пользовался этими наклейками. Приблизительно представляю, как это все будет делаться. Ой-ой-ой. Целое богатство. Обалдеть. Наклейки. Оп. Оп. Что ж такое-то, а? О, есть. Есть. Так, одна наклейка. Буква П. 20-й калибр. Вот, хотел показать еще. Вот такие пули. Вот, видите, стерженечек. Вот она. Там вставлена. Это вот металлическая пуля. И две зубочистки держат через дырочки, держат, чтобы она не вываливалась. Также и тут отлитая пуля. Тоже две зубочистки держат. Ну, или спички. Тут дырочки специально просверлены, 4 штуки. И вот это пули. И вот я на них давно хотел наклеить наклейки. Вот, ну... 12-го калибра никак не подходит, а вот 20-й
А 28-й калибр здесь, 20-й хорошо подходит. Только нужно на самый краешек. О, как тут и было. Вот она. Теперь понятно, что это пуля. Вот. Так как эта штучка будет вниз туда смотреть, по транташе или в держателе какого-нибудь, сверху будет понятно, что малиновый цвет, буква П, пуля. Наклеил, порядок. Красиво, культурно. И не перепутаешь. Потому что если ты возьмешь пулю вместо дроби, промажешь, скорее всего. Или наоборот, не дай бог. Когда надо пулей садить, а у тебя дробь. На кабанчик ты дробью бахнешь, а он разозлится, и все, и кирдык. Нетушки. Хоть мелочь вот эти все наклейки, казалось бы, да? Но эти мелочи как раз и делают охоту. Удовольствием. О, вот они. 4 пули. Все. Есть. Теперь тут. Это семерка. Семерка. Вот там вот внизу, да? Смотришь, 7,5, 5. Ну что это такое? Надо каждый раз присматриваться. Если в темноте, вообще не видно будет. Ну, а тут... Что? Тем тоже 7,5. 7,5-то, наверное, нету наклеек. 5, 7,5. Да. Так, ну это я наклею попозже. Самое основное я сказал. Промокод миллион Абдулла. Идите в магазин. И спрашивайте эти наклейки. Слушайте, сколько мне много надарили. Ну теперь, если кто-то со мной поедет на охоту или на стрельбы, можно будет угостить. Да, пару наклеечек. Оторву маленький кусочек, скажу, вот тебе, пожалуйста. Шутка. Посмотрим. Посмотрим, как это все. Еще это богатство надо привыкнуть. Я думал, что в два раза меньше будет ассортимент. Стопудово. Я не знал, что там есть с картинками. Только с номерами я видел в магазинах. И то, приходишь в магазин, а того номера нет, того номера нет. Ё-каламаля. Сейчас-то они, компания Sticker Hunt, конечно, поставки наладила уже, скорее всего. А когда начиналось, так люди расхватывали самые ходовые номера, пятерку или там семерку. Оп, и нету. Вот так. О, десяточка. Пусть будут, как говорится. Запас карман не тянет. О. Я сейчас себя ощущаю, как будто я в рулетке играл. И у меня куча фишек выпало, я выиграл. И такая огромная гора вот этих фишек. Вон они все. Так, это, сделайте ваши ставки, господа. Про рулетку тоже, надеюсь, когда-нибудь сниму что-нибудь. Так, ну ладно, я тут заговорился. А, ладно. Даже не знаю, вот надо бы клеить, а я даже не знаю, за какую хвататься. Все, буду фотографировать. Все, всем пока-пока. С вами был канал Миллион Абдулла, к которому пришла посылка с кучей наклеек от компании Sticker Hunt. Я весь довольный, растерялся, эмоций куча целых. Огромное спасибо, особенно Сергею Александровичу, руководителю проекта Sticker Hunt. И эта посылка пришла из Москвы. Так что ребята работают в Москве, в Питере я уже вот видел. У нас тут они продают тоже, практически во всех магазинах появились эти наклейки. Ну, наверное, по всем регионам. Так что, да, ребята, давайте, это цивилизованно теперь будет у нас все. Патронташик открываешь, а там красота. Вон у меня как здесь сделано. Коробочки-то. Ой-ой-ой. О! Видите? Вот этот ряд нижний и две там с наклейками, а это от руки я делал. Самодельный. А верхние еще вот пули там без этого, без наклеек. Самодельный я вот делал. Я замучился там это вырезать, все. Блин, елы-палы. Ну сейчас будет просто. Оторвал, наклеил, все. Порядок. Все. Пока-пока. С вами был канал Миллион Абдулла.